Тут у нас крыльцо, входная группа, навес. И с этой стороны у нас терраса. В данном случае реализована еще такая боковая решеточка от соседей. Ну вот как бы так. Это, собственно говоря, по оригинальному проекту. Террасу здесь не удлиняли, не меняли окна. Дом, ну, на наш взгляд, максимально гармоничен именно в таком виде.